Всем привет, с вами Монах Синема. Сегодня нашли мы тут, скорее всего, это водонапорная башня. Здесь вот есть дверь, она открыта. Но, честно говоря, туда заходить просто страшно. Там все человеческими экспериментами заминировано. Я сейчас попробую войти, не снимая пол. И, может быть, как-то смогу показать, что там внутри есть. Сейчас посмотрим. Оказались мы внутри. Наверх идет лестница. Сейчас мы попробуем подняться. Но не знаю, что из этого получится. Лестница деревянная. Вся прогнила. А я, блин, вешу 100 с лишним килограмм. Поэтому не знаю, выдержит она или нет. Но попробуем подняться. Тут так я смотрю, тусит народ. Обильно бухают. Вот, здесь уже одного пролетика нету. Конечно, стремновато. Блин, еще это еле-еле держится. Так, давайте я поднимусь наверх, а то мне две руки нужно. И посмотрим, что там наверху. Так, добрались мы уже до промежуточного бака. Снизу у нас осталось довольно-таки высокое. Довольно-таки высоко залезли, в общем. Из окошка вот такой вот у нас вид. Скоро будет верхушек. Деревьев не видно. А мы продолжаем двигаться вперед. Наша задача попасть вот туда. Ну, не знаю, чем это все кончится. В общем, долезли мы до самого верха. Дальше уже хода нету, как видите. Все. Потолок. Здесь вот есть ход еще выше, да? Но он весь деревянный, гнилой. Вон я вижу куски крыши, которые там обвалились. Поэтому я точно туда не полезу, дабы чтобы не свалиться с крыши. А то будет слишком забавно. Вот они, видите? Ни хрена там батарея какая-то лежит. Вот так вот. И, соответственно, там внизу. Сюда, кстати, электричество какое-то приходило. Бак-то такой нормальный. И вот через это отверстие я сюда пролез. Вот. Ну, в принципе, мы с вами здесь все осмотрели. Вот. Сейчас будем спускаться вниз. Если еще что-то интересное я там замечу, ну, тогда включу камеру. Ну, если не замечу, значит, камеру включу только на улице уже. Все, пока, пошел вниз. С этого расстояния, если мы посмотрим вниз, то, наверное, метров, блин, 12, наверное, вниз, если не 15. Вот. А вообще, по совокупности, башня, наверное, метров 25 высотой. С той крышей, которая у них там завалена наверху, я думаю, что она вообще, наверное, метров 30. Но сейчас мы спустимся вниз, и я вам покажу ее со стороны, как она выглядит. То, что это старое здание, это 100%. И вот здесь по стене видно, как шли провода наверх. Не знаю зачем. Ну, освещение, соответственно, было. Так, ладно, здесь опасно, перила сломанные, и еще и лестниц нету. Поэтому две руки мне надо. Интересную особенность я заметил. Окна расположены напротив друг друга по разным сторонам. Вот, к примеру, вот это окно, видите?
оно идентично вот этому. А вот это окно идентично вот этому. Так, внимательно смотрим на то, где мы были. А были мы вот в этой деревянной постройке. Я в нее не рискнул заходить. Видите, что там творится? Какой-то полный вообще предел. И, соответственно, вот пошли эти окошечки. Ну и само здание в целом. Вот так вот. Все. Всем пока. Ставьте лайк или дизлайк. Пишите комментарии. А мы продолжим свой праведный путь дальше.